Алло. Да, привет, любимая, привет. Ты чего не спишь? Да, я на работе, я буду долго, у меня ЧП. ЧП, да. У нас, представляешь, у нас экскаватор, он завалился, в общем, в речку. Да, в речку завалился, и, в общем, сейчас доставать как-то будем. Да водитель пьяный, я не знаю, как получилось. Да, без меня пацаны не справятся, в общем. Да, буду всю ночь, можешь не ждать. Да, отдыхай. Все, спокойной ночи, пока. Целую. Давай, пока-пока. Зайчик, ну я сейчас найду твой подъезд через лет 5. И подойду. Ну я шучу. Ну я сейчас уже скоро буду. Я. Старший лейтенант Марченко. Документы ваши. Я перезвоню. До свидания, что ли? Да. Да. Эрнест Александрович. Музыкант, что ли? Нет. Ну, зато москвич. Пойдем со мной. Куда? Это много времени не займет. Нет, вы подождите, я просто у меня свидание, я тороплюсь, я. Эрнест Александрович, давайте не будем ни вас, ни меня задерживать. Пойдемте. Гостей. Давай проходим. Не были никогда в морге? Нет. Ну что делать? Проходите. Вот туда, туда. Петрухин. А что такое? Ничего. Ну куда? Ну здесь везде материалы следствия. Извините. Так, документы вот этому молодому человеку передайте. Молодого человека привет. А. Нижневартовск. Да. А ты где его нашел? В Нижневартовске. Пиши. Вы не переживайте, Эрнест Александрович. Петрухин быстро пишет. Сейчас запишем все, проверим и домой пойдете. А где Сеня? Нам нужен еще один понятой. Сеня Петрухин ищет. Там знаешь, какой апокалипсис? Никого нету. Сеня. И как это со мной случилось? Ревность. Ревность. Вот к чему все это привело. Любовника жены убил. А вот мы тоже шли к какой-то девушке, да? Так, я здесь вообще ни при чем. Вы меня неправильно поняли. Не убил. А я самооборонялся. А он тоже же, я ему говорю, с женой моей, у тебя что за шуры-муры, я же вижу. А он как выпьет вообще, зверь становится. И дикий такой. Оба молодцы. Да? А я ему говорю, а ты жене моей зайца плюшевого зачем подарил? Разве дарят чужим женам зайцев? Какого зайца? Разве после этого не погружается в мир, в пучину темноты, разврата и апокалипсиса? Какого зайца? А чё живете-то? Это он не про вас.
Это про другого персонажа. Оставить Петрухина. Вот так вот, слово за слово. А что потом? Ну, ты случилось то, что случилось. Да, милая. Да, я же говорю, не надо меня ждать. Отдыхай, ложись. Да. Да, я целую. Все, дорогая, давай. Спокойной ночи. Все, давай, люблю. Ты чего зайца взял? Я, видите ли, опаздываю. Этого зайца, это вот он, моей жене подарил. Вон ваш заяц. Это не заяц, это кролик, он игрушечный. Вы успокойтесь давайте. Ага, подышите там ровно. Алло. Да, я перепутал подъезд. Да, я перешел. Петрухин? Да, подъезд был. Ты чё? Да. Ну? Ну? И, подожди, а при чем здесь жена? Эрнест Александрович. Да подождите. Так. Ты мне объясни, при чем здесь жена. Так, слушай, я тебе говорю. Так ты не кури! Подожди, ты не трынди! А ты успокойся вообще там! Все. Все. Ждем Сеню. Чужих жен, значит, любишь, а, Эрнест? Слушайте, не ваше дело. Вот он тоже любил. Видишь, чем кончилось? Ходи, ходи кругами. Пока не понял, вокруг чего кружишь-то. Иваныч, ты что, до сигаретки потянулся? Да я думал, может, форточку можно покурить. Запрещено, значит, для всех запрещено. Это для тебя запрещено. Потому что ты еще не дорос. Вот ты все записал. Ты вот думаешь, что, меня посадят? Ну, посадят. Отсижу, выйду, найду. А может, и не посадят. Может, я невменяемый. Понятно тебе, Эрнест? Господин полицейский, меня тут вообще-то это... Когда отсутствуют моральные принципы, жены изменяют мужьям, а мужья слабы, то весь мир скатывается в апокалипсис и несется в тартарары. Слышь, Эрнест, слышь? Телефон у тебя звонит, слышь? Я ж тебе, Эрнест, судьбу-то испортил. Слушай, это просто бред какой-то. Он мне угрожает. Он меня унижает. Это он бредит. В смысле, бред? Вы что, не слышите? Он меня искать собирается. Я тебя искать не собираюсь. Тебя мои пацаны найдут. Я им на водочку дам, пока на зоне буду чалиться. А вот они тебя найдут. Значит так. Петрухин пришел. Пописал. Сейчас документы оформим. Потом будем проверять. Ну? Что проверять? Что вы собираетесь проверять? А как не проверять-то? Надо проверять, живы вы или нет. Иваныч. Я наперекур. Значит так, тут это не балуйте. Вот. А ты не бойся, он в наручниках все равно. Че ты боишься-то? А? Так как и.
мои незнакомые, я очень сожалею, что все так вышло. Это убийство. Измена. Люди даже не понимают, к чему это ведет. Как это низко, мерзко и аморально. Согласен. Я согласен. А если это любовь? А если люди просто не понимали, чего они хотели? Непонимание – это слабость. Если ты, Эрнест, чего-то не понимаешь, то ты слаб. Я слаб? Это вы слабы. Вы убили человека. Этот человек – автор. Я убью тебя. В смысле? Наконец-то побурил нормально. Первый раз за день, Иваныч. Потому что ты его когда хочешь, Петрухин, ты можешь. Могу. Смотри, понятой домой пошел. Эрнест Александрович, поторопились вы немного. Он просто так рвал эти свои... Кто? Наручники он рвал, да он. Вы думаете, так просто можно взять и порвать полицейские наручники? Слушайте, меня ждут, мне действительно нужно идти. Можно я заберу паспорт, пожалуйста, и я пойду. Взялся за гуш. Не говори, что не гуш. Назвался груздем, полезай в кузовок. Не-не-не, зацепился коготком. Да. Вся птичка в говне. Я такое еще не слышал. Я не пьяный, и это не друзья, это убийца. Любовника жены... Ты дура, что ли? Да не моей жены! Так, слушай, меня сделали понятым. Я сейчас заберу свой этот паспорт, и я приду через пять... Мне сейчас кому-то... Что? Чего? Я такое... Петрухин, это что такое? Иваныч, а ты ему пульс проверял? Чего я понимаю? Так. Ой, я искал понятых 1.5 часа. А ты, значит, не мог ему проверить пульс, так? Ты мне сказал, что здесь труп. Так? Вот. Это сказал этот отмороженный! А ты должен был проверить пульс! Что? Я? Головка, знаешь откуда? А я что? Я всю работу за тебя должен делать, да? Вот эту всю галиматью кто за тебя заполняет? Это я. Да у меня уже рука отсохла это писать, а ты палец о палец даже ударить не можешь. Тоже мне друг называется, да? Вот так вот теперь поступают нынче, да? Я же, получается, могу... Да ты вообще не шуши! Хорош, Петрухин. Обидно. Обидно, младший лейтенант Петрухин. Может, пойдем докурим? Петрухин. Автомат. Петрухин! Петрухин! Тебе такого зайца покажу. Твою мать!
Твою мать! Так. Значит, Петрухин, я сейчас все будем переписывать с тобой. Нет, я ничего переписывать не буду. Эрнест Александрович, вы давайте на выход сейчас. Давай, давай, пошел, 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 пошел. Давай, 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 в темпе, в темпе. Заяц! Заяц! А я ведь тебя, Эрнест, запомнил. Это кролик. Может, пульс Вечер добрый, документики, будьте добры. Послушайте, это не займет много времени, это быстро. Нам просто понятой нужен. Удостоверить факт следственного действия. Молодой человек, ну водите в положение. Он два часа ищем человека. Там просто серьезное дело, там преступление, там... Убийство. Мне нужно к жене.